немножко кадров с Балиарских островов. Мы находимся на Малорке, и я показываю панораму, как выглядят окружающие пейзажи самого северо-восточного мыса Формикор. Вот он. И мы забрались наверх, умудрились забраться наверх на машине. Здесь очень узкие дорожки. К смотровой башне сейчас мы туда поднимемся. А ехали мы по вот таким дорожкам. Абсолютно экстрим. Виды. Просто любоваться можно. Стоять здесь и наслаждаться этими видами. Очень красиво. Очень красивый вид. Так выглядит вулканический остров Малорка. Ну, еще несколько кадров. Вот прямо к башне поднялись, вот туда, за башней обрыва. Смотровые площадки вот там вдалеке видны. Я их показываю. Вот. А здесь Поленка, порт Поленца, Поленка. По-всякому можно называть. Большой такой залив, красивый. А вот. И еще я показываю несколько видов сверху вниз, снизу вверх. Очень симпатично, очень красиво. Еще несколько кадров, потому что отходят горные козлы. Вот они блеют даже. Вот такие вот они ходят. Прямо так. И на фоне мыса очень красивые с ними кадры получаются. Их тут несколько штук ходит, они ничего не боятся. И вот. А мы наслаждаемся красивыми видами. Очень красиво.